В деревне Старые Решеты введен карантин. Причиной изоляции стало распространение опасного заболевания домашнего скота – африканской чумы свиней. До 15 ноября деревня Старые Решеты закрыта на карантин. Такое распоряжение подписано исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Алексеем Шмыковым. Из-за африканской чумы свиней введены ограничительные меры еще в 3 муниципалитетах региона, где зафиксированы случаи заражения. В документе указано, что на это время запрещается въезд посторонних, перемещение и реализация продуктов убоя животных и продукции животноводства на этих территориях.